В этом выпуске я расскажу, как сделала проект сама после того, как отучилась на курсах по дизайну интерьера. А также здесь есть выкатной рейл. На самом деле выглядит как стена, но... In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room! Мы очень ждали вас в гости. Проходите скорее. Меня зовут Лера. Я работаю на самой крупной площадке по поиску недвижимости. В этом выпуске я расскажу, как сделала проект сама после того, как отучилась на курсах по дизайну интерьера. И размею мифы о том, что светлый цвет маркий, а яркий вызывающий. Поехали! Мы находимся в новостройке в районе Марьиной Рощи площадью 50,5 квадратных метров. Квартиру я проектировала для себя, мужа и нашей любимой собаки. Изначально застройщиком была предусмотрена отделка квартиры. Мы ее переделали под себя. Здесь не вносились какие-то кардинальные изменения в планировку. Я внесла небольшие корректировки, о них я расскажу позже. Стиль данной квартиры достаточно смешанный. Здесь и mid-century modern, и неоклассика, и все то, что было дорого нашему сердцу. Ну а то, как это у меня получилось, давайте посмотрим вместе. Давайте начнем наш рум-тур с кухни. Она получилась достаточно светлой. У нас большое окно, что является преимуществом и недостатком. Здесь очень много света, и это солнечная сторона. Я много времени провожу на кухне. Работаю, готовлю. Здесь мы встречаемся с родными и друзьями. При ярком солнце на кухне довольно-таки жарко, поэтому кондиционер мы решили установить именно здесь. Выбор пал на кондиционер Samsung с технологией WindFree. Это безветренное охлаждение без риска простудиться. Прохлада мягко рассеивается по комнате за счет отверстий на передней панели кондиционера. Их здесь 23 тысячи. Нетипичная история, когда одному дует, другой изнывает от жары. С технологией WindFree комфортно всем. А еще в жару я включаю кондиционер на охлаждение по дороге домой через приложение и прихожу уже в прохладную комфортную квартиру. Я как аллергик оценила функцию самоочистки, особенно она актуальна после зимы, когда кондиционер долго не работал и в нем скопились бактерии и пыль. Запустите режим Freeze Wash и система быстро заморозит теплообменник. Затем растопит лед, смоет загрязнение и просушит кондиционер. Мне нравится, что для очистки кондиционера после зимнего простоя не нужно вызывать сервисного специалиста. Кондиционер все сделает сам. Управлять самоочисткой можно прямо со смартфона. Кондиционер дает подсказки и хорошо нас знает. Искусственный интеллект проанализировал наши привычки и уже сам подбирает оптимальные для нас режимы. А управлять кондиционером можно с помощью голосового помощника Алиса. Алиса, включи кондиционер. Переходите по ссылке в описании к видео и познакомьтесь с этим заботливым кондиционером от Samsung. Итак, что у нас здесь по материалам? На стенах я использовала моющуюся краску. Как раз это помогает, когда появляются какие-то легкие огрехи. Светлые стены – это не приговор. Можно всегда протереть влажной тряпкой и устранить все в два счета. На полу у нас керамогранит. В сплитке этой вообще начался весь наш ремонт, интерьер. Мы в нее влюбились, и в принципе многие дизайнерские решения, которые я здесь использовала, они исходили от выбора этой плитки. Плитка была выбрана мною в самый последний момент. Когда я установила кухню, я поняла то, что цвет кухни молочный, теплый, а цвет стен получился достаточно холодный. И нужно было сделать какой-то плавный переход. Я долго ломала голову, несколько было вариантов решений, что можно было сделать. Один из них это была зеркальная поверхность, состаренное зеркало, но мне на глаза попалась эта испанская плитка. Она сочетает в себе все цвета в нашем интерьере и дает этот плавный переход. И в целом не выделяется. И еще небольшой лайфхак. Она с небольшими вкраплениями, сделана в ретро-стиле. Хозяйкам это должно понравиться, поскольку не видно ни капель, ни разводов. Это круто работает. Как раз в этом помещении я сделала небольшую перепланировку. Застройщикам было предусмотрено здесь дверной проем. Я его убрала, за счет чего создалось ощущение воздуха, пространства.
И чтобы не было стыков в потолочном покрытии, я решила использовать гипсокартон, чтобы это выглядело единым полотном. Здесь есть несколько решений, которые я приняла для того, чтобы расширить пространство. Одно из которых, обратите внимание, что потолочный плинтус и напольный плинтус выкрашены в цвет стен, и также молдинги. Они не скрадывают пространство, у нас достаточно невысокие потолки, всего 2,60, но за счет вот этого решения пространство немного вытянулось и обрело объем. Есть еще один лайфхак, который я использовала здесь. Обратите внимание, что молдинги я расположила вдоль всей стены. Если бы у нас остался проем от застройщика, то кухня у нас заканчивалась примерно вот здесь. Но за счет молдинга стена увеличилась, и не создается впечатление, что здесь всего 10 квадратных метров. Столешница выполнена из искусственного камня, как и подоконники во всей квартире. Очень рекомендую этот материал, поскольку за ним легко ухаживать и он долговечный. Касаемо наполнения кухни, здесь у нас достаточно мало предметов, поскольку мы живем с мужем вдвоем и нам не нужно много мест для хранения. В этом ящике у нас органайзер для кухонных столовых приборов, аптечка, что всем рекомендую также хранить отдельно, и была она под рукой. Здесь поместилась у нас мойка, посудомоечная машина на 45. Никогда у нас она не бывает наполненная, поэтому мне кажется, что это стереотип, что ее недостаточно. Хочу рассказать про достаточно нефункциональный угол, который мне удалось преобразовать в функциональный угол. У меня была большая боль, что когда приходила в гости, даже если кухня была максимально красивая, я открывала ящик под мойкой, и там было замусоренное ведро, и мне всегда это казалось, что портит все впечатление о кухне. И я приняла решение при проектировании данной кухни сделать выкатное мусорное ведро. Это достаточно эргономично и спрятано от глаз. Также здесь есть выкатной рейл. Тоже рекомендую использовать этот прием, потому что различные полотенчики портят вид, если они размещены где-то на фасадах кухни. У нас всего один большой шкаф для хранения крупногабаритной утвари для приготовления. Здесь у нас сыпучие разные крупы. А здесь тоже я использовала прием организации пространства в кухонном ящике. Здесь можно размещать как крышки, так и сковородки. В принципе, все очень эргономично, удобно, и нам больше не нужно никакой посуды. Касаемо нашей сушки, она у нас достаточно большая, мы ее целиком не используем, но мне очень удобно добавлять туда какую-то посуду на временное хранение перед тем, как я ее помещу в основной ящик. Самый наш любимый элемент данной кухни – это верхние шкафчики. Изначально я планировала разместить витрину на кухне, но я пересмотрела это решение в процессе проектирования данной кухни, поскольку занимало много места. И было принято решение сделать прозрачные ящички, в которых разместились фужеры для наших гостей, памятные сердце вещички. И самое главное – это подсветка. Вечером мы используем только эту подсветку и лампу над столом, за которым мы кушаем. Из вариантов освещения на кухне – это потолочные светильники встроенные и лампа над столом. Изначально в проекте я предусматривала навесную лампу, но было принято решение отказаться от данного варианта, поскольку, когда приходят гости, мы переставляем стол к дивану, раскладываем его, что тоже, кстати, рекомендую покупать в небольших кухнях, раскладные столы. И светильник оставался здесь одиноко висеть и никому уже был не интересен. И я приняла решение, что мы подберем такую лампу, которая будет менять направление света. Это очень круто, и когда приходят гости, остается освещение над столом. И также, если мы читаем, отдыхаем, и нам нужно что-то подсветить, также можно изменить направление для света. Кстати, такой же светильник вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. И также подоконник является дополнительным посадочным местом. Я увеличивала ниши для подоконников специально, чтобы можно было еще сидеть. Обеденная зона у нас напоминает кафе.
Это было наше такое решение. В принципе, плитка октагона, она достаточно часто встречается в общественных местах. Метро, кафе те же самые. И стулья. Возможно, вы часто их видели в вашем любимой кофейне. И мы приняли решение, что обустроим эту зону так уютно, чтобы было ощущение, что мы не находимся дома. Радиаторы во всей квартире я спрятала за экраном, подготовив специальные ниши под них. Я неравнодушна к ротангу. Вы обратите внимание, что элементы интерьера часто будут встречаться в нашей квартире, сделанные из ротанга. Сам ротанг мы приобрели самостоятельно. Сначала я решила обратиться к натуральному ротангу, но это неудачное решение. Ротанг меняет свою форму, потому что это живой материал, и было принято решение заменить его на искусственный ротанг. Мы натянули это буквально за полчаса, все экраны, и в принципе это решение достаточно органично и дизайнерски обоснованное. Давайте посмотрим, как мы решили обустроить нашу прихожую. Здесь была предусмотрена ниша от застройщика. Площадь данной прихожей небольшая, и нужно было ее максимально использовать. По материалам. Здесь у нас получается точно такая же краска, которая у нас была на кухне. Она переходит в прихожую, и в принципе визуально как раз это дополнительно расширяет пространство. Точно так же, как и единое напольное полотно, которое идет от кухни к коридору. В целом пол является дополнительным акцентным элементом и выполняет все функции дизайна в этой части квартиры. Дополнительные детальки, которые я использовала для того, чтобы соединить оба пространства кухни и прихожей, это латунные ручки, которые у нас встречаются с вами и на кухне, и также я поддержала эти ручки здесь. Единственным элементом прихожей является наш шкаф. Я его вписала в нишу, которая была предусмотрена застройщика. Его основной фишкой является, что он парящий. Мы убрали нижнюю секцию и используем это для того, чтобы быстро сбагрить обувь, которая у нас была после прихода, когда приходят гости. У нас никогда здесь не образуется нагромождение обуви, и мне этот вариант очень нравится. Из наполнения здесь все очень просто. Здесь мы храним вещи, которые снимаем после прихода домой, переноску для нашей собаки и обувь, которая должна быть в быстром доступе. Ключи и различную мелочевку мы кладем на эту полку, которая специально была предусмотрена. Мы любим закрытую систему хранения. По поводу входной двери, мы ее меняли от застройщика, и было принято решение сделать ее достаточно функциональной и разместить на ней зеркало. Зеркало очень круто работает, в ней отражается, как видите, кухня, это дополнительно расширяет пространство и делает эту дверь воздушной, в принципе, даже не сразу понятно, что это входная дверь. Из света здесь такой ночной вариант есть светильника. Он перекликается, основание этого светильника перекликается с ручками латунными, что хорошо между собой работает. Мы его достаточно часто используем, а также у нас есть проходящий светильник, который мы используем, когда идем из одного помещения в другое и можем управлять вариантами освещения. Теперь из коридора мы попадаем с вами в спальню. Она достаточно нежная, романтичная. Она включает в себя две функции, это зона отдыха и зона моей работы. Я работаю из дома, мне важно было предусмотреть комфортное место для работы. Этот стол и тумбу я покупала в комплекте, такие же вы можете найти на Marketplace in my room. Стены у нас выкрашены в матовую краску, но она тоже, кстати, ее можно мыть. Это, кстати, большое заблуждение о том, что светлые стены, они марки. Да, они марки, но вы можете всегда устранить любые пятна обычной водой и тряпочкой. Мы выбирали эти обои с мужем вместе. Может быть, у кого-то сложится впечатление, что это не так, но нет. Они сочетают в себе много цветов, которые я использовала во всех элементах в интерьере. Кровать у нас очень удобная, эргономичная. Когда мы сюда переехали, у нас еще не было ни одной системы хранения. Вся наша жизнь помещалась под этой кроватью. Я всем рекомендую брать кровать с каким-то дополнительным местом для хранения, потому что здесь помещается вся жизнь. Сейчас здесь сезонные вещи. Подписывайтесь на все платформы, где есть In My Room. Там вы найдете много полезных советов для вашего ремонта. Очень важно было продумать прикроватные места для хранения.
У моего супруга это тумбочка, там хранятся его всякие мужские принадлежности. Ну и любовь каждой девочки – это туалетный столик. Это была моя мечта. Я действительно постоянно пользуюсь этим столиком, привожу себя в порядок. Можете обратить внимание, что у нас не предусмотрены светильники при кровати. Мы с мужем читаем электронные носители, поэтому нам нет необходимости подсвечивать себе книгу. И поэтому все варианты освещения в этой комнате сделаны больше для декора. Этот светильник, он поддерживает историю ротанговых экранов. И они между собой перекликаются и создают единую стилистику. Ну и также вечером, благодаря этому бра, у нас очень уютная, романтичная атмосфера, и я использую это, когда наношу косметику. По текстилю. В спальне должно быть очень много уютного текстиля, который создает все настроение интерьера. По поводу штор, они у нас полупрозрачные, вечером они выполняют функцию и прячут нам улицу, но я очень люблю просыпаться от первых лучей солнца, эти шторы, они пропускают небольшую частичку света. В комнатах мы использовали натяжной потолок, у меня нет никаких предубеждений к этому материалу. Из вариантов освещения здесь точечные светильники. Обратите внимание, то, что заканчиваются они не оцентрованно, специально, чтобы они не мешали тем, кто отдыхает во время, допустим, уборки на кровати. Также в данном случае свет здесь выполняет и разделяющую функцию. Мне важно было выделить зону работы и зону для сна, и вот этот светильник, он как раз выполняет зону разграничения пространства. В этой комнате я сделала небольшую перепланировку. Мы возвели перегородку из гипсокартона и решили все наши вещи спрятать в гардеробной. Гардеробная у нас достаточно функциональная. Я предусмотрела здесь несколько розеток. У нас на базе стоит здесь пылесос. Также, возможно, в последующем у нас появится принтер для работы. Предусмотрена ниша для доски гладильной, сушки. Также я небольшого роста, и до всего мне нужно дотянуться, используя ступеньки. Всем рекомендую дома иметь небольшую такую стремянку. Небольшие советы от меня: использовать одинаковые плечики. Я к этому стремлюсь, пока еще не все удалось изменить, но самое главное – это единые коробки для обуви. Мы до того, как поменяли все коробки для обуви, даже не думали, насколько это улучшает пространство. Создается какой-то определенный порядок. Мы теперь можем видеть любую обувь, и она в быстром доступе. И вообще, это, короче, супер удобно, красиво, презентабельно, всем рекомендую. По гардеробной у нас такое же напольное покрытие, как и в спальне. Это паркет. Возможно, он достаточно хрупкий и не всем подойдет для интерьера, потому что на нем действительно остаются некие огрехи в процессе жизни. Не забывайте, важно сделать вытяжку в гардеробе, одежда задыхается, и ей нужно проветриваться. Это комната-трансформер по своему наполнению и назначению. На этапе планирования этого помещения я до конца не знала, что же здесь будет. Планируется, что в дальнейшем это будет детская. И, в принципе, как раз материалы покрытия я подбирала с учетом того, что в последующем здесь могут быть дети. Это антивандальные обои, на них мы даже пробовали намазывать кетчуп, все отмывается. Пол у нас здесь тоже натуральное дерево, в принципе, все отвечает. Эта комната отражает интересы своих обитателей. Муж у меня играет на гитаре, наконец-то гитары нашли свое место, книги, которые с нами ездили из квартиры в квартиру, в коробках, они наконец-то тоже разместились на полках. Из интересного и функционального здесь это тахта. Это не просто место для того, чтобы отдыхать в большой компании, это полноценное спальное место, когда убираем мы подушки, здесь можно спокойно разместиться одному человеку. И также функциональное наполнение, я здесь занимаюсь спортом, и весь инвентарь я храню в дополнительной системе хранения. Здесь я использовала три сценария света. Первый сценарий – это люстра, она у нас теплого освещения. Также есть торшер,
И декоративная лампочка, она, естественно, выполнена реплика, это не настоящая лампа, но мне очень понравилась ее форма, она отлично гармонирует со всеми предметами в интерьере. Ремешки этой люстры отлично перекликаются с петлями на легкой воздушной шторе. Такую же люстру вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. Из декора здесь выполняют, в принципе, декор все предметы интерьера, они как-то гармонируют между собой. И это единственное место в квартире, где я решила, что будут у нас цветы, живые цветы, они у нас здесь поселились, и кажется, что мне это понравилось, и теперь я их буду разводить. По всей квартире есть небольшие пасхалки в виде птичек. Уж очень они мне нравятся. Сейчас мы находимся с вами в ванной. А застройщика было предусмотрено два санузла. Я решила в одной из ванных комнат убрать туалет. Прямо здесь находился унитаз. Смотрите, сколько появилось полезного пространства. На самом деле выглядит как стена, но здесь интегрирована полезная площадь. Здесь у меня находится хозблок. Здесь столько полок, что я даже не все умудрилась использовать, но это всегда пригодится. Из-за украшения данного помещения это раскладка плитки. Плитка самая обычная, на оба помещения, туалет и ванную, у нас всего было потрачено 19 тысяч рублей. Но смотрите, как здорово играет прием выкладки. Такая раскладка ромбом, она достаточно сложная, но это уже заслуга наших рабочих. Я решила разделить разный вариант раскладки черным кантом, чтобы немного структурировать помещение. Ну и, конечно же, здесь я развеиваю миф о том, что красный цвет, он агрессивный. Посмотрите, как здорово он работает с текстурой дерева, все очень скрадывает и делает это помещение уютным и романтичным. Сейчас убедимся это на примере вариантов освещения. Вечером мы используем этот светильник. Кстати, такой же светильник вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. Обратите внимание, что сантехника выполнена в ретро-стиле. Я по всей квартире использовала ретро-дизайн, и такие небольшие вкрапления создают общую атмосферу помещения. Было принято решение разместить выключатели внутри помещения, поскольку рядом размещен диммер по управлению теплым полом. У нас по всей квартире керамогранит, и по возможности я использовала теплый пол, чтобы было комфортно находиться гостям, ну и обитателям. Также очень интересно, и на самом деле из-за этого родилась идея построения этой стены, я хотела спрятать коллектор, он достаточно большой у нас и объемный. Также он прячется за этой дверкой, и удобно очень пользоваться, обслуживать. И также удобно прибираться там. Машинка стиральная, было принято решение купить машинку с функцией сушки. Я этим часто пользуюсь, поскольку квартира у нас небольшая, дополнительного места для размещения сушилки нету, поэтому я пользуюсь сушкой прекрасно, всем рекомендую. Тумба у нас получилась достаточно большая за счет того, что мы убрали унитаз. Под раковиной у нас находятся вещи первой необходимости, фен, какие-то мелочевки. Ну, в принципе, у каждого найдется, что там положить. Также хотела обратить ваше внимание о том, чтобы вы не забывали делать подступ к ванне. Хозяйкам это особенно необходимо, поскольку, когда мы убираемся, нам некуда поместить ноги. Этот подступ позволяет нам как бы комфортно обслуживать ванну. Пожелание моего мужа было, чтобы помимо обычного душа у нас был тропический душ. Всем рекомендую, класс. За этой дверью расположен у нас туалет. Пойдемте посмотрим. Тоже выполнен в таком же красном цвете, с таким же вариантом раскладки плитки, как и ванной. Здесь хотелось уместить самое важное, небольшой рукомойник. Дополнительное место для хранения вещей первой необходимости для туалета. Также у нас здесь спрятан стояк. Очень удобно, и хотелось отделить его от основной системы хранения.
Обратите внимание, что сантехника тоже выполнена в ретро-стиле, и я подбирала элементы декора тоже в одной стилистике, чтобы это между собой перекликалось. Я долго искала зеркало, потому что не хотелось сделать монохром, хотелось внести какой-то также ретро-стиль, и я остановилась на этом замечательном зеркале, которым нравится всем нашим гостям. Такое же зеркало можете найти на маркетплейсе In My Room. В этом помещении мы тоже использовали натяжные потолки. Достаточно было всего 2 светильника, которые у нас есть во всей квартире. И также вытяжка, про нее не забываем. Ну вот и все. Наш рум-тур подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Пока-пока!